на реализацию социальной политики по увеличению субвенций местным бюджетам на льготы и субсидии в связи с поднятием тарифов на газ, на свет и на коммунальные услуги, государство увеличило на 24 миллиарда государственный бюджет и распределило по областям, естественно, по городам и районам области. Было принято решение областного совета, и городу увеличили субвенции, в частности, на льготы и субсидии на свет, воду и тепло в сумме 9 миллионов. Вчера была проведена позавчера селекторная с участием премьер-министра, где дано поручение губернаторам, мэрам, всем управлениям проводить работу в апреле месяце по разъяснению, чтобы люди до 15 апреля получили две довидки о заработной плате, о доходах и о декларации, с тем, чтобы собес с 1 мая начислил уже увеличенные субсидии. Мы провели совещание с собесом, с предприятиями города и коммунальной сферы, разбили по районам, что мы разнесли эти все бланки, и просьбу к людям их заполнить, от них больше ничего не требуется, потом Управление социальной защиты будет проверять их доходы. Но особенности. Первое, что уже идет чистый доход, не начисленный, то есть полученные на руки зарплата. Не берется уже ни количество членов семьи, ни дома, ни квартиры, ни машины. Одно условие по доходам, если в прошлом году была разовая покупка на 50 тысяч гривен и выше, это будет учитываться, человек не сможет получать субсидии. Даже те люди, которые арендуют или живут не в своих, они просто должны показать себе, что там проживают, показать счет, что они оплачивают в арендованном жилье, а где они снимают, и на них тоже будет оформляться субсидии. Особенно это касается тех домов, где идет теплоснабжение, потому что в основном удар будет идти на газ, оно поднялось, и поэтому субсидия будет увеличиться именно за счет увеличения услуг по теплоснабжению.